Александр Погосбекян учится уже в 8-м дополнительном классе музыкальной школы. Совсем недавно он стоял перед выбором – искусство или спорт – и выбрал искусство. Юный пианист говорит, что музыка эмоционально наполняет жизнь. Александр регулярно занимает призовые места на престижных конкурсах и фестивалях. Теперь и в дистанционном формате. Дистанционно в чем-то проще, потому что можно сделать несколько дублей, у тебя по факту неограниченное число попыток. В зале, естественно, попытка только одна, но играть вживую намного приятнее. Второе место в конкурсе «Волшебные звуки рояля» – это достойный результат, говорит наставник Александра Сергей Жигарев. Он обучает юного пианиста всего 1.5 года, но их совместный труд уже принес свои плоды. Помимо побед в конкурсах, Александр стал стипендиатом фонда «Новые имена». Человек, конечно, очень одаренный, без сомнения, потому что как бы схватывает все быстро, делает очень хорошо прироялен к инструменту. Это природа, как бы, вот, прирояленность именно. Александр Погосбекян твердо решил связать свою жизнь с музыкой. Он каждый день проводит за инструментом по 5-6 часов и планирует поступать в музыкальное училище. Елена Кравченко, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».